Привет всем! Давайте потихоньку рассаживаться. Меня зовут Дмитрий Володко. Я веб-разработчик компании «Первая форма». И в двух словах вам сегодня расскажу, что такое веб-разработка и как начать, собственно, быть веб-разработчиком. Я не буду вам показывать скучные графики, сравнение языков программирования и, ну, наверное, уже у всех стали глаза, да, день длинный был и так далее. Давайте просто поговорим. Не хотелось бы делать этот спич каким-то хабрахабром в офлайне, поэтому расскажу о тех вещах, которые, пожалуй, в повседневной жизни на повседневной, прямо в повседневном обучении программированию вам не рассказываю. Веб-разработчиком быть нифига не просто. То есть, если вы считаете, что вы окончите какие-то курсы или будете учиться 2 года, вы наденете белый воротничок, сядете за стул и будете работать 8 часов в день, фиг, нет. Вы можете обучиться вот таким образом и получать свои законные по 500, и быть хорошим, качественным ремесленником, но быть именно веб-разработчиком, который делает хорошие, интересные вещи, у вас не получится. Нет ничего плохого в том, чтобы быть ремесленником, да, нет ничего плохого, чтобы забивать гвозди в подошву сапог на всю свою жизнь и быть сапожником. Но как-то мне хочется верить, что большая часть вот собравшихся здесь хочет чего-то побольше, в том числе и зарплату. Я разрабатываю сайты и вообще занимаюсь веб-разработкой 16 лет, 13 лет уже подряд. У меня есть какой-то опыт, и я хочу с вами сегодня поделиться. Наверняка вы все видели объявление, требуется разработчик на ту или иную специализацию, да, там PHP, там JavaScript, просто верстка и так далее. Но вообще беда и грусть для вас, да, как будущих веб-разработчиков или уже вот состоявшихся веб-разработчиков, в том, что у вас не будет очень узких круг задач. Вы должны знать очень большое количество технологий и предметов, связанных с веб-разработкой либо прямо, либо косвенно. Нужно будет учиться получать знания и, к сожалению, на курсах, в институтах эти знания не дают. Нужно учиться получать знания более широкие, нежели просто операторы кода, да, и логику языка программирования, которую вы выбрали. Вообще язык программирования для веб-разработки можно выбирать как девочка, которая выбирает себе машину. Она красная, едет, у нее 4 колеса, вам чисто внешне нравится. Прямо для начала этого вполне достаточно. Самое сложное, пожалуй, что есть в веб-разработке прямо сейчас, это не обучиться технологиям. Это несложно, есть куча преподавателей, и вас всему научат. Самое сложное – это работать с людьми, как и в любой профессии. Веб-разработчик каждый день общается, занятой веб-разработчик, каждый день общается с огромным количеством людей, от подрядчиков до клиентов. Знали бы вы, как сложно общаться с 18-летними девочками, которые пришли в пиар и говорят, что вот тут должна быть красная плашка? Это действительно сложно объяснить этой молодой барышне, которая даже университет не закончила, о том, что эта плашка здесь не должна находиться, потому что она тут некрасивая, она неуместная и вообще так быть не должно. Как только вы начнете разрабатывать не просто кусок кода в задаче, не зная всего проекта в целом, вам придется тратить на это не меньше половины своего рабочего времени. Просто на общение с людьми. Просто на то, чтобы им объяснить, что Вася это не прав. Васе это надо сделать вот таким-то образом. Сейчас для того, чтобы быть востребованным специалистом на ниве веб-разработки, нужно знать достаточно широкий перечень областей, предметов и технологий. Ну, самое важное, вы все знаете, это верстка, да, как бы любой веб-разработчик начинается с верстки.
внезапно я сталкивался с людьми, которые пишут великолепные серверные предложения, но они совершенно не умеют верстать, они просто попадают в панику, они еще остались в таблицах. Вот не будьте, пожалуйста, такими людьми. Определиться с языком программирования несложно, выбирайте там, по цвету, да, как я уже говорил, с машиной. Один из самых популярных языков программирования — это PHP, вы все, наверное, слышали об этом. Очень важный момент, у PHP очень маленький и низкий порог вхождения в этот язык программирования. Наверняка вы слышали такой термин «говнокодер», да, извините, 18 лет 7 есть. Пожалуйста, не будьте говнокодерами, вот, делайте хороший код, старайтесь, изучайте и совершенствуйтесь. Фишка в чем? Не получится совершенствоваться и получать свои новые скиллы, сидя в офисе, попивая чай. Первые несколько лет это абсолютно ненормированная работа. Вы будете сидеть и решать, казалось бы, какой-то очень простой кусок задачи, вы будете решать его очень долго. Google вам в помощь, 99% задач, которые перед вами возникнут, кто-то уже с ними сталкивался, кто-то их уже решал. Одна из таких больших ошибок у моих студентов, которым я преподаю его разработку, в том, что они нередко неправильно формулируют вопросы и попадают в тот 1% запросов в Google, на которые нет правильного ответа. Все как в школе. 50% решения задачи — это грамотно сформулированный вопрос. И это не приходит сходу, этому тоже надо учиться. И вы этому будете учиться, вы будете засыпать ночью и думать: твою мать, как это сделать? Это я вам просто гарантирую, это прям будет. Многие начинают свой путь веб-разработки, я, кстати, начинал когда-то давно, с того, что люди начинают использовать готовые библиотеки кода, CMS, просто библиотеки, неважно. До тех пор, пока вы не соберете шишек на своем лбу и не напишете пару-тройку своих велосипедов, а это сложно, вы будете гуглить, вы не будете спать ночами, вы будете срывать сроки у заказчика, не получится грамотно и правильно использовать готовые куски кода, написанные другими людьми. Если вы будете просто использовать чужой код, вы останетесь на уровне ремесленника, вы не станете разработчиком. Вы сможете собрать сайт на коленке с лаптопа буквально за несколько часов, но это не будет веб-разработка. Это будет какой-то конструктор для взрослых, такой веб-лего, наверное. Это не веб-разработка, и, к сожалению, за такие конструкторы не платят много денег. То есть, если кто-то из вас собирается строить квартиру в Минске, делая сайт на WordPress без разработки, вы на квартиру не заработаете. То есть, я вам гарантирую. В этой стране таких цен и таких зарплат нет в принципе. Ну и помимо вот этого вороха задач и областей, которые вам нужно будет понять, от пиара до бессонных ночей, есть такие технологии, которые напрямую с веб-разработкой не связаны, но они используются в IT, и их нужно знать и понимать. Например, своим студентам я даю очень короткий экскурс в SEO. Кучу раз, когда я заказывал у каких-то подрядчиков верстку, например, я получал верстку, которую мне приходится переделывать. Причина проста. Это не адаптивность, это не красота. Все сверстано хорошо, все валидно, все классно. Но эта верстка не является SEO-френдли. Знакомый, да, наверное, термин? Казалось бы, это не очень связанные вещи, но верстка должна быть подготовлена к SEO и подготовлена к работе ваших коллег-SEO-шников достаточно основательно и плотно. Титлы, альты, вложенность тегов и так далее. Это немалый кусок работы. На некоторых проектах это может занимать до 7-10% времени перевода верстки к какому-то удобоваримому виду для того, чтобы начать ее внедрять. Ну и такой немаловажный момент, пожалуй, это Photoshop. Во-первых, небольшое лирическое отступление. Найдите способ купить Photoshop.
куча есть распродаж, пожалуйста, не воруйте. Воровать это плохо. Никто же из вас, да, кусок хлеба не забирает в магазине, не выходит из него, не заплатив. С фотошопом то же самое. Порезать некоторые макеты не так и просто. Есть миллион курсов, миллион тренингов, в том числе записанных уже на видео, которые вы можете посмотреть и понять, как именно нужно резать макеты в Photoshop. И вот тут вот опять мы возвращаемся к тому, что вам надо общаться с людьми. Потому что есть дизайнеры, которые рисуют великолепные макеты. Они выглядят как конфетка, они космос. Но внутрь залазишь под капот, и там каша. Там просто ад. И вы сидите, тратите вместо там, 2 часов на нарезку макета 5, 10, 20, неделю. Такое бывает. Нужно будет общаться с людьми. 50% вашего рабочего времени будет занимать то, что вы будете общаться с людьми. Вот это вот такая беда. То есть, если кто-то из вас есть, среди вас есть интроверты, вы хотите сидеть в маленьком кабинете и не видеть белого света людей, нет. Это вообще не та профессия. Абсолютно. Ну и следующим этапом вот вашего взросления как веб-разработчика будет уже вот понимание всего проекта, и чаще всего это выливается в еще одну большую сложную вещь – это создание ТЗ. Создание, ну, написать ТЗ, как должен работать сайт, на самом деле это несложно. Опять же, этому могут научить, не проблема. А вот согласовать все пункты ТЗ и сделать так, чтобы всем членам вашей команды оно было, во-первых, а, понятно, б, реализуемо, и ц, не занимало слишком много времени, вот это сложность. Опять возвращаемся к тому, что придется общаться с людьми. Постоянно, всегда, вариантов никаких нету. После того, как вы начнете взрослеть, вы начнете писать какой-то ТЗ, логический шаг следующий, скорее всего, вам придется управлять своей командой. И вот тут все становится совсем грустно. Если вы веб-разработчик, вы занимаетесь, руководите своей командой, если она в размерах растет, вы нифига не веб-разработчик уже, все, вы менеджер. При этом менеджер довольно специфический, вам нужно очень глубоко знать предмет для того, чтобы качественно управлять своей командой. Количество часов общения с людьми увеличивается с 50% до 70-80%. Ну и все вы помните, да, наверное, может быть, не все, лет 10 назад и чуть больше были разработчики, которые совмещали себе и жнеца, и кодера, и певца, и дизайнера, и SEO-шника, и все это было в одном флаконе. Такой специалист широкого профиля, дилетант широкого профиля. К сожалению, сейчас все циклично, все приходит к тому же. Для того, чтобы быть хорошим разработчиком, веб-разработчиком, да и не важно, не только веб, вам нужно быть специалистом широкого профиля. Безусловно, у вас будет какая-то очень узкая специализация, но вам нужно знать огромное количество областей. Ну вот, в двух словах, примерно вот так. Вопросов, я так смотрю, леса рук нету? Есть. Есть, хорошо. Ты меня увидел. Вот где? Скажите, какой вопрос? Допустим, есть желание, то есть идея, я хочу написать сайт. Нету такой огромной команды, допустим. Я только начал постигать, может, HTML, CSS, там и чуть-чуть JavaScript. Вот. Но в то же время я хочу, чтобы этот сайт работал уже в интернете, то есть мне надо залить его в интернет, базу данных, PHP надо уже бэкэнд. Я так правильно понимаю? Ну, смотря какой сайт ты хочешь делать. Нет, ну, в любом случае, возможно ли комбинировать фронт с бэкэндом, то есть фулстаком идти с самого начала? Абсолютно. Более того, например, даже если вот не углубляться в вопрос так глубоко, начать с верстки. А если ты возьмешь сейчас любую книгу, практически любую книгу, которая продается сейчас в магазине по веб-разработке, сожги ее. Вот. Просто не бери. Объясняю почему. А первые половину книги тебе рассказывают, что такое HTML, тебя учат верстать HTML. Вторую половину книги тебя учат верстать стилями. А я своим студентам даю это с первого занятия. Они у меня на первом занятии понимают, что такое класс.
То есть они не пишут border равно 1, они в стиле пишут border 1 пиксель соли там цвет, да? А совершенно правильно, я считаю, так нужно делать, изучать технологии понемножку, но вместе. Вот ты делаешь сайт, да, скорее всего, это там будет ну, несколькостраничный сайт, да, динамический сайт. Разберись с тем, как выводить код из базы данных, текст, данные, контент из базы данных. Разберись с безопасностью. Поверь мне, первые 10 сайтов будут ломаться с кода очень быстро. Как бы ты ни читал всякие мануалы про безопасность, их будут ломать, ты будешь учиться. Вот, потихоньку ты будешь к этому приходить. И получая новую задачу, какую-то или формулирую себе ее в голове, раскладываю ее на части. Так, вот это надо наверстать, это я не имею, там, например, адаптивная верстка. Вот это вот вывод там, из базы данных, вот это там какое-то взаимодействие с людьми. Раскладываю это на маленькие задачи и всегда двигайся параллельно. Нельзя, это не получится быть хорошим разработчиком, умея только верстать. Хотя верстальщики не получают денег, вопросов нету, но сейчас верстальщики соединились очень плотно с JavaScript разработчиками именно для фронтенда. Уже совмещение какое-то идет. Ну, в основном сейчас все проекты, допустим, даже фриланс-проекты, они просят вместе все схопнуть. Нужно потом, знаешь, я тебе отвечу, почему они это так делают. Потому что заплатить тебе $1000 проще, чем заплатить двум людям по 700. Ну вот. И если ты хочешь быть востребованным на этом рынке, то нужно знать какие-то соседние технологии. Тут вариантов нет. Как вообще, если быть, ты хочешь работать в организации, допустим, набраться опыта именно от количества проектов, попасть в организацию, как вот, ну, что надо указывать? Самое простое и самое правильное это свое портфолио. Хорошо, а портфолио есть. Ну, логично, то есть больше верстать. Ну, смотри, я нанимаю себе в компанию, в которой я работаю, это не моя компания, к сожалению, пока. Я нанимаю людей в свой отдел, и я могу нанять человека, который может долго верстать с один макет, но сделает это хорошо. Как делать эту работу быстрее, как делать ее качественнее и оперативнее, я могу научить. И таких компаний их немало. Плюс никто не отменял для наработки портфолио тот же самый фриланс. Взять, наверстать блог. Есть работа, она, правда, не очень высокооплачиваемая, это верстка отдельных блоков для готового сайта какого-то. Начинай с малого, потихоньку, полигоньку. Никто тебе не мешает спустя там полгода работы с каким-то заказчиком сказать, что ну, я не верстал этот сайт, но 80% блоков на нем это мое. И вот потихоньку, полигоньку. Веб разработки, к сожалению, есть такой момент. В институтах этому практически не учат. Я преподаю, вот сейчас у меня пауза, в ГМТ-БГУ. Это второе высшее образование, это переквалификация. Люди за 2 года становятся не то что веб-разработчиками, они получают основу знаний в нескольких областях. От разработки верстки до дизайна и SEO. И даже, по-моему, маркетинга до чем-то. Знаешь, когда вот ты читаешь объявление о приеме на работу, нам требуется 18-летний человек с 3 годами опыта, да, там, с 5. Но, к сожалению, в веб-разработке все то же самое, абсолютно. Все хотят задешевого специалиста. И основной упор — это сидеть и делать что-то самому. Когда я, например, начинал свои первые сайты, я заказчикам и работодателям, вернее, показывать не хотел, потому что это были собраны на коленке очень страшные сайты, за которые, кстати, внезапно платили, и платили неплохо. Я сделал несколько своих проектов, сервисов, которые до сих пор живы и которые я мог презентовать. То есть это такая была визитка. Проект может быть очень простой, но если на нем используется 1 технология, 2 технология, 3, и это все связано и работает, вот это уже повод для предметного разговора с работодателем. Что есть, я не разумею. Node.js. Есть. И я хотел, какой я хотел тут больше вопрос про будущее вот разработки.
Ну, я могу... Какое лучшее Я могу сказать такую вещь. Node.js интересен в плане перспектив на будущее, потому что это тот язык, который очень плотно связывает фронт и бэкэнды. Но речь о том, что PHP сдохнет завтра, я слышу уже много и много лет. Лет 10 как минимум. Появляется очередной убийца PHP, сразу профильные ресурсы пишут, все, PHP сдохнет, а он как занимал 70-80% рынка, так и занимает. А Node.js? Node.js он растет, ну я не думаю, что он сейчас занимает больше 2% рынка, вот глобально по планете. При этом он несколько сложнее в изучении, потому что немножко другая парадигма программирования идет. Нужно немножко логику свою поломать, чтобы его понять. Но за Node.js платят больше. Но прямо сейчас мне кажется, что использование Node.js в проектах, во многих проектах он используется скорее как дань моде, а не как удобный язык разработки, на котором можно быстро собрать что-то работающее. Ну, PHP пока лидер, и нет ничего плохого в том, чтобы начинать разработку на PHP, абсолютно ничего плохого. Это как, если вы научились выпекать хлеб, да, вы всегда найдете работу пекарем. То же самое с PHP. Даже если вы несколько лет на нем не разрабатывали, не программировали, вы не знаете какие-то новинки, вы всегда найдете работу, связанную с разработкой на этом языке программирования, и вы сможете прокормить себя. То есть вот даже вот до такого уровня. Что будет с Node.js через 5 лет, я не знаю. Но я могу четко сказать, что через 5 лет на PHP я буду зарабатывать. Да. Хороший вопрос. Когда человек становится веб-разработчиком, использовать инструменты для ускорения своей работы, в том числе CMS, это вот, это 5. Ставлю лайк. Покуда ты еще не веб-разработчик, а только учишься, тебе нужно начинать набивать шишки, тебе нужно понять, как этот CMS работает изнутри под капотом. Поэтому я рекомендую просто тренировки ради, не для продажи клиентам, писать какие-то велосипеды самостоятельно. По поводу CMS, сейчас многие веб-разработчики, я, кстати, в том числе, используем CMS не как систему управления контентом, именно вот в самом широком смысле этого слова, а как просто удобную админку. Что будет на фронт-энде, то, что человек, пользователь людей в браузере, там может быть вообще что угодно. То есть, вот стандартные вот CMS-овские сайты, типа две колонки по бокам, шапочка, все. Это все фигня. Можно делать вообще все, что угодно. Вопрос в том, что CMS в будущем, когда ты разберешься, как ее качественно и оперативно и удобно для себя использовать, она позволяет обучить людей, которые будут заниматься наполнением сайта, за 30 минут максимум. То есть, если они умеют пользоваться Word-ом, то попсовыми CMS, там, WordPress, Drupal, там, ну, еще несколько, они очень быстро смогут научиться. Тем самым ты будешь экономить время в своей веб-разработке. То есть завершение проекта.